Всем добра! Вещает Алекс Рантье. Сегодня у нас 13 января 2021 года. Я хочу высказать свой видеоотзыв по поводу вот этого замечательного фильма «От себя, от души, от сердца». Действительно, фильм очень стоящий по всем показателям, по которым можно измерять качество фильмов, игру актеров, исполнение, сюжет. Я даю максимальную оценку и могу смело сказать, что этот фильм можно отнести к тем фильмам, которые можно сохранить для семейного архива, для личного архива и пересматривать его уже и через год, и через два, и через 10 лет, и через 20 лет. Особенность этого фильма заключается в том, что здесь подчеркнуты сразу несколько так называемых особенностей нашей национальной любимой страны России, в которой, да, действительно огромное количество лесных пожаров. Я, кстати, сам родился на той земле, где в 2004 году лесные пожары уничтожили огромное количество лесов, а также сожгли деревню Чашинск и частично повредили мою деревню, в которой родился сам. Уничтожены были леса, в которых я собирал грибы, ягоды, будучи маленьким ребенком. Сейчас там Казахстан, банальные степи, и ничего нету. Вот. Отдельно хочу сказать восхищение теми актерами, которые снимались в этом фильме. Они показали именно истинную любовь свою, истинную тягу и привязанность к своим соотечественникам, согражданам, к своей любимой родине, к земле. Больше даже не со стороны цвета флага, под которой находится родина, а именно к людям, простым людям. Ценность этих людей, прежде всего, прежде бизнеса, прежде всех заводов, пароходов, олигархов, которые могут пострадать от пожаров и так далее, и так далее. А именно самые ценности – это люди. И в этом фильме это показано. А с другой стороны, хочу рассказать, что в этом фильме была задействована техника, извиняюсь, ребята, которой полста лет, ребята, вертолеты, самолеты, которым по 50 лет. И вот сейчас эта техника сейчас на страже нашего МЧС находится в реальное время. Там показали военный аэродром. Конечно, многие посчитали, что эта техника достаточно крутая, но так как я учился в Казанском своем институте и полжизни провел в военных гарнизонах, и скажу, что там техника, ребята, она еще при советской власти, как говорится, летала и работала, и служила нам. Вот. Только же хочу сказать тем, что у нашего МЧС, у нашего государства, у наших людей, которые стоят на страже спокойствия граждан, нет нормальной современной техники, чтобы бороться с пожарами, стихиями и так далее, и так далее, и так далее. Все у нас делается вот этими простыми руками, чистым энтузиазмом, патриотизмом и любви людей к людям. Вот. И, конечно же, очень и очень обидно то, что наше любимое государство тратит деньги не на оснащение этих служб, а на яхты, пароходы, на виллы где-то там, не знаю где. Вот, вот так. Это мое мнение. Алекс Рантье. Всем спасибо. Всем добра.